Приветствую вас, друзья! Очередной выживальщик в игре под названием Days начинает свои серии выживания на сервере Fearless. Ссылка на Discord для знакомства с сервером будет в описании. Ну а мы погнали! Дебютный сезон 1, серия 1. Так, где мы находимся? Зомбари ходят. Двери вроде как закрыты все. Я слышу курицу. Мы находимся в тулге. Взять. О, нож для стейка. Ништяк. Отлично, давай. Так, ну это уже хорошо. У нас есть нож. Давай вот так. Но мы хотя бы уже знаем, где мы находимся. Ну, понятно, давай. Так, ну. Понятно. Нам повезло то, что он не порезал нас. Так, магазин на спортер, 22-й, нормально. Ну, зомбарей лучше обходить. Я не хочу сейчас с ними никак встречаться. Прежние мои попытки выжить научили меня многим вещам. Так, давайте. Яичко. Хорошо. Найдем сковороду. И уже можем готовить себе еду. Честно говоря, точка спавна такое себе. Так, нам нужна будет колоночка. Вот этого говнаря мы сейчас обойдем спокойно. Нам нужна еда, нам нужна вода. Так, походные штаны. Давай. Залутаем тулгу и пойдем в Камышово, я думаю. Так, понимаю. Понимаю. Дай мне яичко. Руки нужно помыть. Что это? Бумага взять. Зомбарями драться пока с нечем. Поэтому будем их обходить. А этот сторожит колонку, да? Угу. А вот и оружие наше. Хорошо. Отлично. Давай. Отлично. И нож охотничий. Супер. Так, кувалду мне девать пока мест некуда. Пока еще нож. Так, ну, у нас имеется 3 ножа, кувалда, и это отлично, это хорошо. Нам бы еще еды найти. Так, все, хватит. Не блюй, только не блюй. Так, иди сюда. Так, шапка уничтожена, понимаю. После обновления мы не можем за спину вешать вещи, как кувалда, топоры, набор для шитья. Кувалда, топоры, оружие всякие мы не можем уже вешать, пока не скрафтим себе портупею. А что это? Смотреть. Курицу слышу.
Вижу. Ушанка. Еда. Мне взять некуда. Так, ладно, сейчас. Так, давайте. Нет, ушанку не буду. Кости нужны. Давайте от костей избавимся пока. Ножей у нас хватает. Так, давай, дед. Иди сюда. Куда брать это все? Места ни хера нет. Так, ну мы вернемся сюда сейчас. Нам бы какую-нибудь футболочку или что-нибудь найти. А вообще нужно это все пожарить и сожрать. Чем мы и займемся. Так, ты. Эй. Было опасно. Так, тут и мы пожарим все это дело. Давай скинем тут курицу. Пойдем заберем наше мяско. Так, нужно пойти помыть руки. Сейчас это все дело пожарим. Съедим. И уже пойдем в Камышово, наверное. Погода портится, а это нехорошо. Так, хватит. Все, пойдем. Так, где-то тут зомби. Угу. Иди сюда. Ты меня не видишь? Еда. Понимаю. Так, сейчас я приду за тобой. Нам бы какую-нибудь курточку найти. Я не знаю, тут грелки работают или нет, но сейчас мы это дело проверим. В том доме я еще не был. Ну да. Ну как раз мы переждем дождь. Пожаримся. Покушаем. Не, поселок пустой, тут ничего такого нет вообще, пусто. Так, давай это дело оставляй. Давай вот этот нож будем использовать. Что, где кустики все? Хорошо, хотя бы мы успели это все дело залутать. Давай, чик. Ты иди сюда. Так. Давайте заберем нашу палочку. Ну, как раз мы переждем дождь. Все это дело сейчас пожарим. Давай заточить.
Так, и жарить. Поехали. Так, стоп. Можно же так сделать. Ну, мне повезло то, что я нашел хоть какую-то еду, кувалду. Это уже неплохо. Так, дальше мы пойдем в Камышово. Надеюсь, там повезет на шмотки нам. Атмосферно. Нравится. Так, отлично. Давай разделить. Ну что, друзья, приятного аппетита. Наша первая добытая еда нашими вот этими руками. Приятного всем аппетита. Мы съели всю курицу, и я что предлагаю? Я предлагаю идти, несмотря на дождь. Я, честно, не хочу время терять, сидеть, ждать, когда это все закончится. Сейчас нужно будет пойти попить водички и идти уже в сторону Камышова. И заодно проверим, как работают грелки. Да, погода прям суровая такая. Так, все, хватит пить. Все, погнали. Так, давайте включим грелку. Посмотрим, как она будет работать. Штаны, наверное. Не знаю, она работает, нет? Может, подождать надо? Ладно. Не, мне кажется, они не работают. Хотя вон стрелка идет вверх, ну, то вверх, то вниз. Но это навряд ли из-за грелки. А че у меня еда по 3 аж вниз идет? Это то, что я кувалду с собой ношу? Или че это? Странно как-то. Странно, ну-ка. Если так. Не, ну это странно, то, что еда потряжно вниз идет. А почему? Неизвестно. Ладно. Так, ну, пирс вроде так сильно прям не мерзнет. Думаю, до Камышова мы дойдем спокойно. Хотя не факт. О, понимаю. Грелка все-таки не работает. Так, ну надо чесать. А что делать? Странно, а что у меня ХП вниз идет? Что не так? Я чем-то болею? А, это, возможно, из-за температуры. Ну, сейчас посмотрим. Там вроде какие-то домики должны быть. Сейчас сделаем кастер. Отогреемся и посмотрим. Что-то это странно. Еда по 3 вниз. ХП вниз. И дождь заканчивается. А это хорошо. Так, зомбари ходят. Двери открыты. Так, петуха слышу. Хорошо. Опа. Так, давай, иди сюда.
Я здесь. Веревка, отлично. Так, давай. Так, нет. Угу. Ремень, отлично. Так, давайте петуха заберем. Где он только? Так, понимаю. Ну, давай, иди сюда. Тряпки. Блин, он петух прям возле этого зомбаря. Компас. Ништяк. А где петух? Что-то его перестал слышать. Так, ладно. Петух еще объявится. Нам нужно делать срочно кастер. И все же, я думаю, мы чем-то болеем. Вот только чем и почему. Так, кастер буду делать вот в этом домике. Да пошел ты, блин, потом. Петуха потом заберу. Сейчас сделаем кастер, отогреемся. Ну, это обычная бита. Так, давай. Так, кустик, кустик, кустик. Отлично. Давай одну тряпку тогда. Сюда нельзя. Ладно. Ага, спички у нас влажные. Давайте делать так. Можно кору? Да. Так, ну как раз хватило. И тут у нас еще веточка осталась. Да, нихера не видно. Так, давай отогреваемся. Так, вещи быстрее должны высохнуть, по идее. Так, все, отогрелись. Высушились. Пойдемте петуха заберем и двинем дальше. Гриб гнилой. Так, где петух? Ёб твою мать. Угу. Не промок? Не успел, наверное. Ну вот опять я подошел и перестал слышать петуха. Стоит мне только отойти, и он опять начинает. Вот. Так, все, слышу. Так, ну, блин. Ладно, пойдем уже. Стоять, я из-за тебя обувь намочил. Как раз вот тут мы руки свои помоем. Можно же? А че это у меня еда так стремительно вниз падает, а? Мне это не нравится совсем. Я думаю, кастер пока еще горит, да. Сразу пожарим курочку и пойдем уже дальше.
Так, обувь снимай. Сюда. Давай, доедай свои консервы. Курочка наша приготовилась. Все, берем ее и валим. Ну все. Дальше Камышова. Надеюсь, там нам повезет. Так, ну ХП вроде как вниз не идет. Значит, мы ничем не болеем. И это хорошо на самом деле. Но почему еда у нас так уходит? О, а сейчас перестало. А, ну, наверное, то, что мы под дождем остались, было холодно. Может, поэтому еда так уходила вниз. Странно, конечно. Ну, ладно. Главное, сейчас это все позади. Ну, вот самый поселок. Нас никто не убил, и это хорошо. А где все зомби? Как-то подозрительно тихо тут. Так, еще петух. О, что-то фризануло. О, йодик. Иди сюда, родной. Это хорошо. За это спасибо. Так, вон зомби. Ага, все нормально. Зомби все на месте. Так, тельняшка. Так, давайте сделаем тряпки. Нужно скрафтить портупею. Так, не хочу кувалду в руках нести. Такое себе. Так, ну, понятно. Это непонятно. Отлично. Шикарно. Вот сейчас мы сделаем себе и портупею. У нас еще и тряпки останутся. Иди сюда. Так, давайте вот эту оденем штуку. Она теплая. Толстовка. Так, наденем толстовку. Она... все же чуть-чуть теплее, чем моя футболочка. Так, и момент истины. Портупея. Или портупия. Не, портупея. Ой, как долго. Отлично. И супер. Погнали. Мы заберем петуха. Спасибо. Улучшили выносливость. Так, яички. А что, здесь не лутаются они? Ну ладно. Так, где петух? Понял. Принял. Здорово. Так, ну, раз мы тут, давайте зайдем в полицейку тогда уже. И будем смотреть остатки. А, кости, ну, давай. Пока будем собирать. Так, зомби. Иди сюда. Понимаю. Энергетика — это вообще бесполезная хрень. Так, ты иди сюда. Угу. Да-да, конечно. Я был первей. Так, штаны. Меняем. Не понял. А, понял. Так, тряпки пока не буду собирать. Хватит пока. Закроем дверь. Так, ну... да, тут ничего нет.
откроем дверь. Да, зомбарь уже меня услышал и ищет, ходит там. Не, полицейка пустая вся, тут ничего нет. Так, утка заключенного. Мне не надо. Так, а это... Это зомбарь или человек? Не хочу выяснить. Так, там у меня кошка... Так, фальш. Да-да, иди сюда. Ты меня долго искал, вот и нашел. И этот прибежал, да? Да что ж вы все с фонариками, а? Так, бумажка, берем. Бушлат. Давайте. Он весь покоцан, но это будет получше, чем эта толстовка. Так, давайте попьем. Нет, 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 нет. Дурак, дурак, дурак. Ай, дурак. Я же забыл руки помыть. А он глотнул, да? Интересно, заражусь чем-нибудь? Надеюсь, повезет. Так, все, хватит пить. Блин, я очень надеюсь, что мы ничем не заболеем. Бумажка. Зачем мне это нужно? Ну, вроде как пронесло. Я надеюсь на это. Мы вроде как ничем не заболели. Так, и близится ночь. Уже темнеет. Давайте пробежимся по этим домам, посмотрим уже, что тут есть. А потом уже пойдем вглубь этого поселка. Походные штаны в каком состоянии? Не тронутом? А, не, у нас лучше. Так, и рестарт через 10 минут. Удочка. Давай возьмем. Вдруг нам придется рыбачить. Давай. Яичко. Нам найти сковородку, и мы можем уже приготовить себе яичницу. Круто. Водка. Отлично. Очень даже неплохая находка. Баллон взять в руки. Да, с местом у меня беда. Давай. Ешь. Ну все, тут мы и переночуем. А с вами мы увидимся в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся, ставим лайк. Всем пока.